Итак, мы с вами разбираем потихоньку бонусы, которые дает Дотерра. И еще хочу несколько добавить. Первое, конечно, ваши позиции. Элит, премьер, серебро, золото, платина. Каждый статус, когда вы его достигаете, предполагает оплату. И я, честно признаюсь, я не знаю... Блин, это не надо говорить. И бонус, например, за золото статус идет в районе 45 тысяч рублей. Если вы достигаете бриллиант, это уже в районе 100 тысяч рублей. Прекрасный бонус, который дает, он небольшой по сравнению с начислением Дотерры, дает очень приятное воодушевление. Просто один раз в месяц среди 5 других платежей видите, что здорово, статус еще стал выше. Самый большой бонус мы наращиваем со временем. Это называется командный объем, групповой объем. И Дотерра сделала здесь опять исключение по сравнению с другими сетевыми компаниями. За счет того, что первая линия очень короткая, до 6 человек, ну, в том плане, что вы наращиваете вот этот большой бонус и заново потом начинаете это делать с другим уже аккаунтом, поддерживая предыдущий, вы уже развиваетесь в горизонталь. Но вначале мы, конечно, сосредотачиваемся на 6 людях, всего лишь 6 глубоких веток, которые у вас получается выстраивать. И чем ниже идут уровни, Дотерра делает выплаты до 7 уровня включительно. Если какие-то из людей у вас там выпадают, не поддерживают LRP-шаблон, вы можете увидеть в чеках и 10 уровень в том числе. Но в среднем это 7 позиций. И от 2% в первой линии до 7% в 7 линии вы получаете вот этот огромный товарооборот. То есть, чем больше ваша структура, тем больше бонусов вы получаете. Как правило, сетевые компании делают наоборот. Большой бонус за первую линию и маленький бонус за 7 уровень. И это несравнимо по выплатам в Дотерре и в других компаниях. Мы делали экспериментально такие варианты, ну, сравнения за и против. Смотрели, как работают другие компании, что можно усилить, потому что это будет следующий бонус. Я и многие в России уже входим в лидерский состав, который определяет направление развития Дотерры. И здесь мне, например, было важно понимать аргументы, а как работают другие. И можно ли Дотерру в принципе называть сетевой, только лишь потому, что вот так продаются эфирные масла через личную коммуникацию. И оказывается, маркетинговый план бьет абсолютно всех джокером и всеми козырями. Даже если сравнивать статусы равные, ну там, допустим, золото будет везде одинаково называться золото, примерно, то в 2 и больше раз Дотерра превышает начисление на таком статусе. Золото в Дотерре это в районе 400 рублей в месяц по курсу. Сейчас доллар 72 рубля. А мы помним, что все-таки Дотерра начисляет в долларах. Мы должны понимать, что это очень хорошие деньги. И во многих компаниях 150 тысяч на такой позиции – это прекрасный месяц. Мы об этом знаем. Возможно, вы уже с опытом сетевого пришли в Дотерру. У меня, например, это первая встреча с сетевым изнутри, как человека, кто занимается структурой, регистрирует людей активно. Я знаю, что моим клиентам это выгодно, и это делаю, потому что это хороший заход в правильную покупку эфирных масел. Это очень грамотно. Но вы тоже в этом во всем разберетесь. Таким образом, товарооборот накапливается за счет роста вашей структуры. И это, конечно, самостоятельная история, которая наращивает обороты в какой-то момент даже не подвластно вашей оценке. У меня, например, сейчас в структуре 1700 плюс человек. Я знаю, что мои лидеры наращивают просто с геометрической прогрессией. То есть у меня, допустим, 2000 человек, там 5000. У меня 3000, там будет уже 7-8 тысяч. И это само собой происходит. Почему? Потому что волна спроса на эфирные масла, на здоровье, на базовое здоровье только-только пришла. И в России очень хорошо принимается. Потому что мы любим натуропатию. Мы очень хорошо относимся к гомеопатии. Мы по факту знаем, что все-таки
анальгетики, спазмолитики, очень серьезные, например, заместители синтетическими гормонами наших натуральных. Это все не очень работает. А вот с эфирами можно сделать большой спектр работы по управлению своим здоровьем. Это здорово. Самое главное по управлению своим состоянием, потому что в России нельзя сказать, что жизнь течет планомерно, нам все время приходится подстраиваться под ситуацию. И насколько ты адаптивен, конкурентоспособен, настолько ты будешь эффективно показывать себя во всей красе и реализовывать себя по-настоящему. Это можно и нужно делать, особенно при поддержке с Дотерой. Командный бонус будет расти, возможно, в какой-то момент даже без вашего участия, потому что все видят, что выстраивают структуры с поддержанием LRP-шаблона на 100, тот самый минимальный товарооборот дает очень большие бонусы, гораздо больше бонусов, которые окупают сразу же все. И давайте еще раз берем несколько платежей, которые делает Дотера или раз в месяц, или раз в год. Например, заходя на новый рынок, допустим, вы смотрите мое видео на рынке Казахстан или Беларусь. Это новый рынок, где еще нет Дотеры, но они туда приходят. Ждите, будет открытие, так это назовем. Если вы хотите быть в самом начале пути, как делаем мы сейчас в России, и в России эти вакантные места еще есть. Дотера дает 30 мест, 30 позиций для тех, кто будет называться основателями компании в регионе. И сейчас около 10 мест еще свободно. Для того, чтобы попасть в основатели, вам нужно поддерживать целый год статус золота, чтобы вы именно на российском рынке или на рынке Казахстана, или на рынке Беларуси, посмотрите, сориентируйтесь, поддерживали статус золота. По открытию новых рынков можно посмотреть на сайте Дотера или спросить лично у меня, какие рынки только-только развиваются и раскрываются. Вы можете стать даже, например, проживая в Индии, основателем, открывая новый рынок. Это очень крутой бонус. И что он дает? Раз в год Дотера распределяет 1% со всего товарооборота по рынку страны на 30 позиций основателей. Это огромные деньги, потому что товарооборот просто гигантскими шагами наращивает свою мощь. Например, в этом году первый платеж будет для всех, кто вошел в основатели, от 1 000 000 рублей за год. Но это как, не знаю, позиция 13-я, возможно, зарплаты в Роснефть. Я работаю периодически с такими крупными организациями, знаю, какие там есть платежи. Поверьте, это гораздо приятнее, легче достигается. Без всяких потерь и издержек ты всегда знаешь, на что рассчитывать. И это только начало. Дотера активно развивается в России условно 2 года. Не больше, когда я зарегистрировалась в компанию, я пришла в офис. В офисе еще был ремонт. И офис только в Москве. В других регионах еще нет открытых точек, где можно прийти, продегустировать, зарегистрировать человека прямо в офисе компании. Поэтому все только начинается. Вакантные места в России еще есть. Другие страны абсолютно чистый рынок, целина, куда, конечно, стоит заходить, поскольку мне, например, это лично интересно. Именно для этого я записываю так подробно каждое видео. Мне очень важно, чтобы в Дотеру пришли грамотные эксперты. Я кожи не принимаю грубые продажи пирамиды. Я не понимаю заходы в Дотеру через грубый бизнес. Я очень люблю эфирные масла, я понимаю их ценность. И поверьте, с экспертными знаниями вы гораздо быстрее выстреливаете по бизнесу, чем грубый заход на деньги. Это очень просто объясняется. Людям сейчас нужна помощь, поддержка. И за личные коммуникации мы действительно платим с удовольствием, вниманием, временем, деньгами, в любом варианте. Заходя в Дотеру с нулевой историей по развитию в сетевом маркетинге, я всего лишь за год зашла на позицию бриллиант. Это считается быстрый срок, но я уверена, у вас может получиться еще быстрее, потому что мы так грамотно выстроили структуру и экспертность, что вам останется только повторять все по шагам, и вы выстреливаете максимально вверх. Самое главное, что подход на экспертность сокращает время роста вот этой бизнес-структуры
за счет того, что есть качество коммуникации с людьми. Мы это качество даем. Очень хочу, чтобы вы вошли в состав основателей и буквально своим грамотным, экологичным подходом к эфирным маслам буквально создавали тот самый имидж дотеры, который мы делаем сейчас в России. Когда ко мне приходит человек и узнает цены на эфирные масла, первое, что он говорит, это, возможно, дорого. В этот самый момент я понимаю, что это тот самый человек, которому нужно объяснить, как дотера поддерживает по деньгам, и моментально вывести его на хороший доход, чтобы само убеждение «дорого» даже не возникало у тех, кто интересуется эфирными маслами. Кстати, об убеждениях мы тоже поговорим отдельно. Еще один бонус – это процент от всего мирового товарооборота. И дотера очень щедро им делится. Например, каждый менеджер элит, серебро, золото получает процент. И в какой-то момент дотера объявила, что это не будет процентом, а будет 1,25% от всего товарооборота. Потому что дотера, правда, набирает огромные денежные инструменты и щедро ими делится. И сразу же все, кто у меня в структуре заметил этот быстрый прирост, оказывается, это очень хорошо добавляет к нашему финансовой поддержке, добавляет к общему чеку за месяц очень хороший бонус. Этим тоже нужно пользоваться, просто его видеть. Если вы хотите все бонусы зафиксировать в своем внимании, вы должны зайти в личный кабинет дотеры и открыть план компенсации. Вы увидите каждую позицию четко по деньгам. Это очень хорошо отслеживается. Самое главное, удобный инструмент. Вы точно знаете, чем вы занимаетесь и за что дотера вас благодарит. Есть еще особые бонусы, которые начинаются со статуса «бриллиант». Например, это быстрый рост ваших людей в вашей команде. Если к вам пришел новый человек в статусе бриллианта, и вы помогаете ему стать премьером за счет консультации, сопровождения, ведения, то бонус в виде 100 тысяч рублей единоразово приходит за взлет такого человека в вашей структуре на позицию премьера. Причем скорость не имеет значения, это может долго происходить, может быстро. В вашем распоряжении те люди, в которых вы будете вкладываться, вы будете сразу видеть конверсию в виде бонусов, которые дотера тоже дает. На статусе голубой бриллиант такие начисления дополнительные возникают при ситуации, когда вы взращиваете серебро с вашей помощью и с вашим опытом. Есть еще несколько бонусов, но их можно пока оставить за скобками. Они набирают оборот как раз, когда вы погружаетесь глубоко в компанию. Мы будем об этом говорить, но не в этом варианте, варианте YouTube-формата. Давайте в следующем видео разберем, как делать предложение своему партнеру, что это могут быть за люди и как грамотно, экологично познакомить вашего человека с дотерой, чтобы всем нравился обоюдно этот процесс и чтобы финансовый рост был максимально быстрым и для вас, и для партнера, который только-только погрузился в эту систему.